Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, зайдем с тобой в магазин. Хм, странно, уже давным-давно здесь не появляется бесплатных карт. Почему? Вопрос. Так, здесь у нас 15 костяных хранителей. И достается нам бомбер. Так, страж плюс копейщица. И немножко дают нам голды. Так, ну что, давай мы быстренько с тобой пробежимся, да, по арене. Противник найден. Так, я хочу не этот отряд использовать, а, наверное, вот этот. Ну что, побежали. Я думаю, здесь будет достаточно одного самурая вызвать, и он тут разберется абсолютно со всеми. Верно? Давай проверим. Да иди ты, Ронин. Насмешил ты меня, роднулька. Бежит он, да, когда-то Ронин был таким вот деревенщиной, не то что сейчас прокачанный. Ну что, мы с тобой прошли здесь, все отлично. Так, ну что, в бой пойдем? Кстати, ежедневные испытания, а что у нас тут? Ох ты. Слушай, я хочу, ребят, я хочу получить зомби с надгробием. Значит так, нам выбрать, да, надо? Я беру нашу дамочку. Так, кого же еще тут взять из таких классных бойцов? Ну-ка, давай подумаем, посмотрим. Я возьму, наверное, ниндзю здесь. Возьму баллисту сюда. И... подожди, а я не могу взять босса ни одного, да? Можно взять джиггернаута, в принципе, да? Либо... давай, наверное, так попробуем. То есть могу только башню взять. Хорошо, меня в принципе устраивает вот такая вот башня. Значит так. Здесь я вижу будет этот быстрый зомби первым, да? Плюс когтистый. Так, ну я думаю, что мы вначале с тобой вызовем ниндзю. Хотя, ну да, в принципе ниндзя должна справиться, по идее. Давай, выходи. Эй-эй-эй-эй, не надо. Да, у нее получается справиться, так, с этим тоже. А дальше вызовем с тобой вот этого нашего бойца-мага. Ой-ой-ой-ой-ой, бумс. Так, тихо. Не надо мне тут буянить. Ну-ка, банши, выйди. Пора тебе тут немножко размяться. Хотя, мне кажется, мы здесь и так победим. Да, друзья мои, побед за нами, значит, мы с тобой получаем сколько? Я уже не помню, по-моему, 16. А, 23 даже. 23 карточки на зомби с надгробием. Так, ну что, я предлагаю еще сделать. Тут максимально это 3 боя, ребят. Состав команды будет у меня такой же, как и был. Можно, конечно, взять и молотильщика. Можно взять... во, давай возьмем с тобой, наверное, Ронина. Возьмем... баллисту. Где мой маг? Маквоин, вот он, Маквоин. И возьмем, например, сюда. Можно грифона взять, можно тыквоголового. Но они все дорогие. Мне бы что-нибудь такое подешевле бы взять. Подешевле только вот ниндзя у нас, наверное, еще. Ну что, попробуем еще разочек, ребята, подраться здесь. То есть это наша вторая попытка. Всего их 3, как я уже говорил ранее. Так, мы можем здесь начать, например, даже с Ронина. Вызвать его, да? Я думаю, что он ему не составит проблем уничтожить этих зомби. Причем на изи. Он сейчас их будет просто тут рубить налево и направо. Посмотри. И причем какой он наносит дамаг. Посмотри. Сейчас когтистого позовет, наверное, да? На помощь себе. А, нет, зомби. Зомби призвал. Ну, мне кажется... для нас это... мы тоже. Тоже будем. Думает, он один такой умный, да? Все, друзья мои. Найс. Конечно же, продолжаем. А вот теперь, по-моему, 12 или 16 карточек мы получаем. 13. Квест завершен. Охотник за сокровищами. Это приятно. Но это еще не все. Последняя у нас с тобой третья попытка. И также я беру... может быть, кстати, этого зомби сегодня мы должны прокачать до соточки. Попытаться.
Можно взять вот так вот ползунчик, например. Самурай. Маг. И, например, взять... Аббалису я так и не призвал. Давай, наверное, прыгуна возьмем. Посмотрим, сможем ли мы вот таким отрядом здесь справиться. По идее, должны. Так, погнали. Я кого-то не добрал, да, получается, ребят? Я забыл взять еще одного бойца. Оу. А ползун-то не справляется. Представляешь, он не справляется с этим, с зомби. Угу, это беда. Ну, в любом случае, здесь победа будет за нами. Сейчас мы с тобой кое-что здесь замутим. Ой-ой-ой, вышел, вышел. Нет, 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 нет. Не надо вот этого вот. Не надо вот этих вот выкрутасов, выпендрежей своих. Все, сейчас крышка будет. Ну вот, мы с тобой получили максимальное количество этих зомби с надурубием, которые могли получить за это событие. И это круто. Ну что, тут у нас еще все-все-все, хорош. Здесь у нас еще с тобой квест завершен. Давай заберем награду. 361 гем. В магазине пусто. Так, ну что, отправляемся с тобой в бой. Мы здесь не закончили, да? Территория роботов. И кто же у нас здесь? Толкатель, бомбер, молотильщик. Кого будем брать? Возьмем, наверное, вот этот. Нет, 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 нет. Хотя, подожди. Этот отряд очень даже неплох, кстати. Против молотильщика, против толкателей. Я думаю, что это лучше всего. Потому что если молотильщик у него будет погибать и выпускать свою пилу... Ой, ой-ой-ой, погоди, 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 погоди. Ну, давай, бомби по нему. Бумс. Все, рассыпался парнишка. Так, вызываем голема на помощь, так сказать. Бомбер тут еще лезет. Тут еще лезет бомбер, друзья. Угу. Так, все у нас получается. Мы уже... Ах, сейчас будет толкать. Ну, толкателя мы разобрали. Снежинка. Слушай, по-моему, тут победа за нами. Угу. Ах ты, чтоб этого молотильщика, чтоб его разорвало на тысячу кусочков. И все равно мы победили. Да, друзья мои. Ну что же, это неплохо. Это неплохо, это очень даже замечательно. И мы двигаемся с тобой дальше. А дальше у нас предпоследний поединок за тот самый сундучок роботов. Я думаю, мы, наверное, с тобой этой командой будем дальше отыгрывать. У него хилбота здесь нету. Ты заметил, да? Хилбота нету, поэтому нам будет здесь немножечко попроще справиться. Что-то он не вызывает никого. Ага, вот так вот он решил сделать. Оу. Слушай, мы с тобой, наверное, сейчас сделаем, знаешь что? Прикроемся ниндзей. Сейчас, правда, оглушать, наверное, будут нас. Так, еще вызовем. Нормуль. Так, вызываем еще одного голема. Блин, бомбер ползет. Есть контакт, мы его уничтожили. Слушай-ка, ну очень даже круто, ты посмотри. Это лучшее, что могло произойти здесь. Угу. Толкатель. Мы его уложили и, соответственно, запинываем базу. Ну что? Очень даже хорошо идем, мне нравится. Без проблем, все ровно. Так, давай закончим с тобой с этой картой роботов. Ёлки-палки, тут термин 9000. Естественно, мы берем с тобой имбовую команду и будем его уничтожать. Кто-то из подписчиков меня попросил взять, кстати, колоду этого же самого термина. Но я тебе скажу одно, он у меня не прокачан. Я бы его взял с удовольствием, но он не прокачанный, и толку от него будет очень-очень мало здесь. Куда ты собрался-то, парнишка? Побежал он. Губежки раскатил. Нет уж. Так, надо нам взять, наверное, летучую мышь еще. Для прикрытия. Ронин.
Эх, Ронин не шуршит. Плохо. Так, молотильщик. Давай, давай, прыгун. Слушай, я думаю, все тут понятно. Дело, мы уничтожим сейчас ему замок. Тут ему никто уже не поможет. Это уж точно. Все, хлам. Ну, на то это у нас и команда специально предназначена для уничтожения боссов и тому подобное. Так, ну а мы с тобой переходим. Так, подожди, сейчас заберем сундук вначале. Угу, репульсор, 10 штучек. И следующая карта — это территория нежити. У нас начинается зомби и банши, да? Зомби и банши. Я, наверное, начну вот с этого, ребята, отрядика. Потому что этот отряд очень хорош. Банши, она пока вызовет своих скелетиков, да, мы можем издалека ее разобрать. Ну, а наш самурай, как ты знаешь, может спокойно расправляться с зомби. Но он что-то другое затеял. Или нет, все нормально. Блин. Так, ну здесь обязательно надо нам вызывать тогда. Вот так вот. Ой-ой-ой, а успеем ли мы? Так, давай-ка попробуем. Ты посмотри, что она делает. Ну-ка, корни, выручайте нас. Бабух. Все, пошло дело, ребят. Пошло дело. Угу. Все, бабка старая, отвали, карга. Запинаем же. Да? И мы уже подошли к базе, и, соответственно, базу сейчас тоже будем с тобой уничтожать. Ну давай, давай, давай. Там чутка осталось-то всего лишь. Вызываем корни. Все, в хлам. Никаких шансов, да, на выживание, ребят. Ну что, мы с тобой идем на вторую битву. Так, а здесь уже прибавляется чумная летучая мышь. Соответственно, я тоже хочу поменять команду. И возьму, наверное, вот эту. Против чумных мышей здесь очень хорошо подойдет паладин. И также всадник на журавле. Сейчас будем смотреть, как у нас тут это будет все происходить. Так, он, наверное, чумную будет. Ё-моё, он чумную вызвал, ребята. Он вызвал чумную. Давай. Ну? Да как так-то? А ну-ка, паладин, выходи. Что-то не вяжется у нас тут с тобой. Так, секунду. Получается, да, вроде бы? Вроде бы, да, все нормально. Реабилитировались, скажем так. Надо еще одного паладина позвать, наверное, на помощь. Что-то как-то нас тут прессуют. Смотри, что делает. Смотри, что творят. А если я вот так вот сделаю? Все, загнулись сразу же, да? Понятное дело, загнулись. Так, секунду, секунду, секунду. Распетрушили. Так, чумную мышь уничтожили. Все, мы начинаем потихоньку колбасить замок. Да как сказать потихоньку, конкретно колбасим. Все, ребята. Победушка за нами. Ну что, двигаемся дальше с тобой, да? Двигаемся обязательно дальше. И у нас... Так, взрывной камикадзе зомби. Ну, поехали. Вот с ним, кстати, будут проблемы. С ним всегда проблем, потому что он врывается в кучу, в толпучку, так скажем. И уничтожает там все. Так что с ним будет сложно, а он его вызывает первым. Так, ладно, допустим. Мы с тобой, знаешь, что здесь? Куда ты пошел-то, эй? Побежал он на хламонище. Нам здесь поможет еще, конечно же, с тобой друидушка. Ну... Так, я жду друидку просто-напросто. Сейчас мы ее вызовем. И все, ребят. И битва перевернется в корень. Почему? Ну, потому что.
Потому что здесь уже никто ничего сделать не сможет. Мы сможем с тобой захиливаться. Мы сможем здесь наносить офигенный дамаг. И это все благодаря именно вот этим нашим сферам, которые выставляем. Давай, давай, родные мои. Все, мы уже возле замка. Видишь, как она хиляет? Просто божественно. Так, ну. Запинываем там всех. Там и тотемы стоят. В общем, все, замку крышка, ребят. Так, отдай деньги. Отдай деньги, и мы с тобой продолжаем дальше. Предпоследний, по-моему, у нас с тобой поединок сейчас будет. Окей. И здесь у нас... Оу, призрак. Я его 1000 лет, кстати, не видел. Этого призрака. 1000 лет я его не видел. Еще бы столько не видеть. Что мы с ним будем делать? Как быть? Это не вариант команду брать. Вот только если эту же... Блин, призрак. Он же наносит урон постоянный. Причем, а? Он будет кружить туда-сюда и... Пролетая через наши отряды, будет... Вот он его выпустил уже. Друидку, может быть, позвать? Ой, подожди, 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 подожди. Так, Палыч, давай, выходи. И вот так вот сделаем. Всадника на журавле, по-моему, призрак тронуть не сможет. Сколько я помню. Давай, иди сюда. Чтобы не буянили здесь. О, мы уже пилякаем базу, прикинь, как быстро. Слушай, я думаю, все, крышка тут уже. Я еще и друидушку позвал. Вообще моментально, прикинь. По-моему, самый быстрый бой за последнее время у нас с тобой здесь получился. Так, ну и кто у нас здесь босс? А здесь жнец. Жнец, значит, мы с тобой берем нашу имба-команду. Имбовенькая, да, которая будет просто сейчас всех сносить налево и направо. Поехали. Такой здоровый скелет лежит, да? Это даже круче, чем какой-то там, извини меня, наш олдскульный воин. Так, а у него призрак, оказывается. У него, оказывается, призрак здесь. Так, ладно. Я знаю, что, по-моему, призрак может умереть через отражение. По-моему, так. Блин, вот это плохо. Взрыв вот этот вот бесявый прям. Я просто выжидаю, когда он вызовет босса. Для чего? Ну, для того, чтобы суператаку сделать. Для чего же еще можно вызывать? Ну, что-то он тянет. Тянет резину, не знаю почему. Погнали. Где буст-то у него, я не могу понять. Очень интересно. Жнец вообще не высунулся. Даже не вылез понюхать ничего, прикинь. Окей, мы с тобой забираем этот сундук нежити. И что нам тут достанется? О, еще 14 зомби с надгробием. Слушай, ну это прикольно. Так, у нас долина подданных, как всегда в снегах. Погнали. Здесь паладин плюс крестьянин. Значит, нам нужно с тобой взять команду довольно быструю. И это вот такая вот. Почему? Потому что молотильщик быстро выходит. И, соответственно, есть щитобот, который прикрывает. Понимаешь, да? Всю соль. Вот так, смотри. Дальше, вот так. Сейчас паладины пойдут, скорее всего, да, у него. Естественно, пошли паладины. Значит, нам тоже с тобой нужно вызывать паладина. Все, я это сделал. А теперь надо... Блин, подожди. Что тут немножко не то пошло. Ну-ка. Разбираем, разбираем. Прекрасно. Фига, он еще одного паладина позвал. Так, карточку заберем, на всякий случай. Мало ли, в дальнейшем пригодится, да? Ну все, друзья мои, тут
Тут мы с тобой разобрали. Вот мы уже замок пиликаем вовсю. Давай-ка я еще вот так вот сделаю, чтобы им пусто было. Ну и разберем. Я даже заморозку не стал трогать. Там заморозка летела. Холодный как лед. Завершил я квест. То есть я могу взять еще гемы. Да, 4 штучки. Проведи игр с отрядом Б 5 раз. Посмотри свой профиль игрока. Ну давай. Посмотрел. Забираем. Лежи боку, посмотри 3 видео. Какие 3 видео, я не могу понять. Я не хочу, если честно, сейчас никакие 3 видео смотреть. Я хочу просто воевать. Ну что, ребята, вторая миссия у нас. Я возьму опять же эту команду. Но у него появляется копейщица. В принципе, с копейщицами мы уже тоже с тобой можем спокойненько разбираться. Ничего здесь сложного нету. Да, у нее есть шанс откинуть нашего бойца. Но это максимум, что он может сделать. Так, тихо, паладин против паладина будет выходить у меня. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот плохо. Пилякаем. Копейщица может еще оттолкнуть. И причем потом нанести урон по базе. Вот в чем, ребята. Тихо-тихо-тихо-тихо, отлично. Раскусили мы их всех. Молотильщик, ну что ты тут сделаешь? Один ты ничего не сделаешь. А вот толпой. А вот толпой-то мы их тут сейчас нагнем. По полной программе, всех причем. Смотри, что происходит. Ураганчик, ждем. Полетели. Хобана, и все, ребята. И до свидули, как говорится. Просто прекрасно. Идем, ребята, изумительно. Так, ну что, следующий у нас с тобой поединок с кем? С кем у нас вот? Грифа, ребята, грифончик появляется. Слушай, здесь надо будет нам с тобой, наверное... Погоди-ка маленько, с грифой. Хм. Как бы нам тут лучше сделать-то команду с тобой? Я вот даже не знаю. Ну, давай попробуем этой. Ну, если честно, я не уверен на 100%, что мы здесь с тобой сможем хорошо сыграть. Так, он выпускает крестьянина, ну это и понятно. Сейчас он будет выпускать, наверное, грифонов, скорее всего, ребят. Значит, нам нужно подготовиться. Нет, он вызывает паладина. Что-то не то делается здесь. Так, ладно, наш пока этот дойдет. Вот теперь нам нужно будет с тобой все-таки взять. Да-да-да, тыквоголового. Пускай они тут пока все стоят и... Будем выжидать. Блин, паладина так легко не пробить. Посмотри. Так, грифон там. Ну, тыквоголовый, давай, ты мне нужен здесь. Молодец. Наш самурай впал в истерику. И это круто. А вот это уже не круто. Да куда же вы бьете-то? Чудом просто каким-то. Но это чудо сейчас закончится. Как он долго идет, а все-таки. Я прям не могу, ребят. Вечность. Наш терракоша просто идет вечность к своей цели. Но зато ты фиг его сломаешь, верно? Так, идут, идут мои дорогие. Так, тут еще и грифон у нас вылетает. Ну и ты сам видишь, как мы тут с тобой разбираем их. Зачем, скажи мне на милость, я еще взял одного терракоша. Он пока дойдет, мы тут с тобой уже все разнесем в хлам. Есть контакт. Я нас поздравляю с очередной победой, которая была предсказуема. Так, что у нас тут в магазине, может, что-нибудь есть? Не, ничего не хотите мне дать? Жаль, очень жаль. Предпоследний поединок у нас. Так, здесь лучница. Здесь у нас получается лучница. Слушай, как быть нам? Давай попробую вот этим отрядом сыграть. Я, конечно, не уверен, что получится, но надо попытаться.
175 на голема мы с тобой, да, потратим. А дальше кто? А дальше ниндзя. А за 200. Блин. Да ну. Ниндзя, давай. Ой-ой-ой-ой, ребята, он что-то тут. Вот как он за такой короткий промежуток времени с такую вот армию может наклепать? Я вот этого не понимаю, ребята. Это... Этого быть не может. Молнии, давай, помогайте мне. Это просто чудо какое-то. Вот по-другому не скажешь, ребят. Просто фортуна, везение, удача, как хочешь называй это. Так, разбираем, разбираем, разбираем. Так, лучница там что-то выпендривается. Давай, отлично. Тут главное прожать их, остальное все ерунда. Заморозка. Ну, я думаю, победа за нами. Да. Тут уж точно победа за нами, друзья. И бамс, все. Слушай, а кто последний у них, интересно, будет босс? Как ты думаешь? Кто у них там будет боссы? По идее, либо король, да? Либо старый воин. А, жрец. Ну, или по-другому можно сказать, епископ. Давай возьмем свой супер-пупер мощный отряд. Он любит жрецов этих бомбить. Но на самом деле жрец — это, наверное, единственный чувак, который может выжить после выстрела нашей базы. Потому что у него щит дополнительный, да? Ну еще тут врагов. Если красный луч, то он нам везет. Если синий, то, скорее всего, не повезет. Так что будем смотреть, как тут пойдут дела у нас. Рунин, конечно, да, красавчик, тут не поспоришь. Но ты видишь, что тут происходит, да? Если сейчас будет отражение, это будет классно. Отражение, да, есть. Но не настолько хорошо, как хотелось бы. Так, грифончик минус. Карточка на грифона, неужели? А вот, ребятушки, и тот самый епископ. Ну и что-то тут пришел. Так, сейчас мы с тобой попробуем Палыча. Все, 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 смотри, смотри, на попятный пошел. Обделался, бедолага. Вот и все, ему крышка. А дальше все, просто... Опа. Дальше просто стоим с тобой, плодим армию и уничтожаем все на своем пути. С такой армией зомби, ты извини меня, бесполезно вообще драться. Знаешь почему? Потому что он кусает, например, да, противника. Если противник умирает, вместо него воскрешается еще один зомби. То есть это как по накатанной. Ну что же, забираем свой сундук. Мы его заслужили, честно. Опа, маленький эльф. Тоже, кстати, у меня их нету. И мы переходим с тобой на территорию роботов. Поехали. Территория роботов встречает нас щитоботом и БФГшкой. БФГшкой, да, значит? Так, давай подумаем. Щитобот и БФГ. Довольно сильная команда, если честно. Можно попробовать вот этой сыграть. БФГ мне нужно прокачать еще. Вот что я хочу сказать. Короче, первым пойдет у нас голем. Против щитоботов, естественно. Дальше мы с тобой вызываем ниндзю. Давай, это будет оптимальный вариант. Лишь бы БФГ, конечно же, здесь не бомбило супер-пупер своими атаками. А то будет нам тут с тобой райская жизнь. Ну, пора вот так сделать. Ну вот, все, в принципе, уже тут, ребята, мы, грубо говоря, берем преимущество, да, в свои руки. Что бы он там уже ни делал, у него ничего не спасет, ничего ему не поможет. Да, ребята, по красоте. Очень быстро, особенно, самое главное, взять инициативу на короткой дистанции. То есть, вот когда первый бой происходит, да, между базами очень маленький промежуток. То есть, довольно дешевые монстрики, да, там роботы какие-нибудь еще, они могут быстро добраться до твоей базы и нанести первый удар. В принципе, если тебе пофиг, на сколько звезд проходить, то можно не волноваться по этому поводу. Но если ты хочешь проходить на 3 звезды, то это как бы очень значимый такой подход, или как, я не знаю, назвать. Ладно, поехали вот этим отрядом. Здесь у нас
с помощью ползуна, да, который будет бомбить молотильщика по возможности. Потому что молотильщик здесь будет постоянно выходить. А мы с тобой в этот момент... Оу-оу-оу-оу. Подожди, а сможет он его подбить? Да. Он даже может, оказывается, подбить БФГшку. Не знал, если честно, что ползун так может сделать. Ну, ползун получается как Uber какой-то. Да, типа того получается. Ох, а вот это серьезная заявка. Это была сейчас серьезная заявка, если честно, ну-ка. Так, блин, ну Банши, по идее... Блин, ну как тебе сказать-то? Она, конечно, хороша, но не настолько, чтобы... Дай-ка я, наверное, так сделаю. Вызову опять. Слушай, тяжелый довольно-таки вот этот отряд, если честно. Очень тяжелый отряд. Да ты посмотри, что делает БФГ у него, а. Ну, я думаю, ты понял, да, что она делает. Он пробивает всех подряд. Не дай бог, сейчас пила еще вылетит. Так, погнали. Погнали, 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 погнали. Сделаем вот так вот с тобой. Так, Джаггер, давай, подходи там. Как-то вот, если честно, по боевухе этот отряд не особо хорош. Он дорогой, очень дорогой отряд. И по атаке не очень сильный. У нас все держится за счет вот нашего Джаггернаута. То есть, если его убрать из этого отряда, то все, мы поплывем. Но он дорого стоит, и поэтому, как бы, выбирай. Либо ты хочешь хорошего танка себе, а он хороший танк на самом деле, Джаггер. Но дорогой, 250 энергии он стоит. Но зато у него как бы есть две степени. Первая степень — это боевая, которая, да, дерется. Вторая, когда его подбивает, он стоит сломанный. Но в то же время он как бы мешает противникам передвигаться. Такс. Сейчас, подожди секунду. Я хочу попробовать, знаешь, что сделать? Через нашего... Зашибись, чуть было не снесли мне они его, прикинь. Чуть баллисту мы не снесли, вот что я хочу сказать. Ну, да блин, вы издеваетесь, блин, что ли, я не могу понять. Конечно, издеваются. Так, а я что, мог жнеца вызвать, оказывается, да? Что-то я об этом не подумал. Давай-ка накопим с тобой энергию, наверное, на жнеца и позовем его. Поехали. Так, где у меня жнец? Вот он, идет. Заморозка. Сейчас мы с тобой такую же армию будем плодить. О, когтистый у нас появляется. Так, сколько времени? Минута еще, да, в запасе? Жестко лупит, ты посмотри. Жнец — это, конечно, имба. Тоже вызывает армию, как ты видишь, да? Нежити, типа как ведьма. Только бьет он, по-моему, посерьезнее. Хотя, если посмотреть, кто там из них серьезнее, ведьма все-таки или жнец? Это под большим вопросом, можно так сказать. Так, ну что, давай смотреть. Здесь хилбот появляется. Хилбот, ребят, естественно, здесь нужен этот отряд. Против хилботов, естественно, наши баллисты очень хорошо справляются. Так что не имею права его, как говорится, убирать. Вышел, да, Охламон? Идет. Так, стоп. Но этого ладно, этого мы подобьем. Сейчас мне нужен Джаггернаут. Вот он, красавец. А вот и хилботы идут. Поэтому срочно, срочно нужна баллиста. Поехали. Вот так тут все делается. Не понял юмора, подожди. Ага, все, достали. Я уже думал, не достаем. Ну, в этом отряде, конечно, тут, ребята, во вражеском, есть очень много плюсов. Во-первых, у него есть молотильщик.
Вторых БФГ, который ты сейчас только что видел, что она делает, да? Она выпускает свой луч, который бомбит очень далеко. Ну-ка. Опа, как мы их тут всех прижучили, ты посмотри. Давай, 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 стреляем, стреляем. Ну, что вы там? Мнете одно место. Все, мы их тут прижали. Ну, а дальше просто надо разносить, да и все. Да. Замок мы с тобой снесли. Продолжаем, конечно же. Так, давай смотреть, сколько у нас. Последний бой. О, этот робот. Этот ядерный робот, друзья мои. Ну, что будем делать? Я не знаю, можно этим отрядом сыграть. Можно, вообще, можно любым здесь отрядом поиграть. И кроме вот этого, этот отряд не справится. И вот этот, наверное, тоже не справится. Вот этот, ну, тут энергии нету. Да ладно, давай. Я просто знаю, что он сейчас носа не высунет, этот робот, скорее всего. Как всегда, испугается, забоится, заплачет, там спрячется где-нибудь. Так, ну что? Тишина почему-то какая-то. Щитобот вместе с хилботом пошел. Понял, да? Прикол. Естественно, у меня пойдет здесь Ронин. Блин, он пошел спокойно. Размеренно. Угу. Шурк, шурк. Только шуршим с тобой тут. Ну, сам видишь прекрасно, что тут происходит. Ну да, тут все о себе само говорит, ребята. Ни малейшего шанса противнику. За 3 секунды ушатали мою базенку. Только подошли и все. Да, теряет форму наш противник. Ну что, давай глянем, что у нас тут. Репульсор плюс замок. И остается у нас с тобой последняя территория. Это территория нежити. Банши. Подожди, банши-то вот, а это некро. Почему я ее все время назвал банши? Это некро, конечно же, ребята, вот она, банши. Попутал нечаянно. Так, ну-ка попробуем. Попробуем с тобой вот этим отрядом. В принципе, должно получиться. Он сейчас будет вызывать, по-моему, первым банши, да? Или голема. Голема, по-моему. А мы с тобой так же сделаем. Угу, голем на голем. И плюс вызываем банши. Ой, тьфу ты, банши уже все. Ниндзю, конечно же. Конечно же, ниндзю. Так, дальше я вызываю что? Вот так. Ну и, в принципе, можно сказать, что все, тут победа за нами. Да, 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 да. Или нет все-таки? Немножко спорный вопрос, да, возникает. Но нет, все-таки мы прожали, так сказать, ихнюю оборонку. Ну и дальше все как по накатанной, сам видишь. Давай, уничтожаем замок. Есть контакт. Отлично. Так, давай смотреть далее. Вторая миссия. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а у меня, по-моему, у того отряда энергии нету. Блин, ребята, а что будем делать? А как мне здесь быть? Хе. Против прыгуна просто так не устоишь. М-м. Не получится просто, ребят. Вот так попадос. Давай, давай попробуем хотя бы вот этим вот отрядом. Он более-менее как бы приспособлен. Но опять же, не вариант, что против прыгуна мы тут с тобой выживем. М-м. Это далеко не так, ребят. Он вызывает голема. Мне нельзя уходить далеко от моей базы, понимаешь, в чем дело? О, ну в этом случае-то, конечно, потому что тут банши. Сейчас начнет орать тут во всю Ивановскую. Сейчас у него прыгун тут появится. Почему прыгуна нету? Почему нету прыгуна? Ну-ка, молнии. А вот, ребята, и прыгун. Он без истерики, поэтому нам повезло. Был бы он с истерикой, сейчас бы совсем все по-другому было бы.
Опа. Опять нам тут крупно повезло. Это я тебе точно говорю. Ну где там, блин, прыгун-то? Просто жду его, когда он-то появится. Вот он появился. Е. Появился, да поздно. Монетку отдай только. Мы успели с тобой здесь все-таки пройти, прожать. Но я говорю, что этот отряд еще более-менее мог бы здесь сделать все. Так, дальше смотрим, кто. Когтистый, банши и голем. Ну, здесь я не знаю, ребята, этим только отрядом. У него больше всего энергии, надо как-то его использовать. Давай, поехали, попробуем. Кто у нас тут? Ну, на ранней стадии, естественно, может помочь нам самурай. На более поздней получится, что терракотовый воин, да? Что-то тишина какая-то идет. Ага, ага, вот оно что. И когтистый, да? Твою же налево. Теперь нам нужно с тобой пытаться вызвать тыквоголового в этом случае. Поехали. Тыквоголового. Плюс ко всему прочему нужно делать вот так. Корни, конечно, корни, ребят. А дальше все проще будет. Вызываем старого деда. Нашего. Вот этого. Старые кости. Вот они идут. И все, тут уже ничего им не поможет. Еще и тыкву одну позову. Мы сейчас просто их тут будем расписывать. Корни. Грифу можно позвать. Не помешает. Ускоряшка. Все, ребят. Это полный крах. Просто полный крах. Смотри. Что мы тут сделали? Ад. Просто ад. Ну что, сколько тут еще? Еще два уровня. Ох, ёкаламане. Прыгун плюс служитель тьмы. Здесь, ребята, уже посерьезнее. Посерьезнее заявочки. Нам, наверное, даже придется с тобой. Ох, не знаю даже. Блин. Давай разочек попробую этим отрядом, но я не уверен. Служитель тьмы, он очень много отнимает здоровья. Очень много. Плюс тут еще прыгун. Прыгуна нужно контролировать. Кем? Нашим таракушей есть только. Угу, только если им. Так, ждем, когда он будет делать свой рывок-прыжок. Вот только вот это вот нам и поможет, понял? В чем прикол был? Я думаю, ты врубился. Он в камень превращается, ребята, и, соответственно, поглощает весь урон. А у как этого, у прыгуна, ну, там буквально сколько там, секунд 3 дается. Оу! Успели мы? Да, успели, слава богу. Ху, он все-таки перепрыгнул, да, но... Сам понимаешь, мы успели, короче, его бомбануть. Так, видишь, что делает этот хламон? Заморозка. Так, прыгун. Вали-ка ты куда подальше, а? Сейчас его завалит, завалит, конечно, ребят. Всех моих тыквоголовых завалил, а? Монетку отдай только. Что там происходит, не могу понять. Ах ты, прыгун опять здесь. Все, замку крышка. Отлично. Отлично у нас получается все. И тут у нас, ох ты, старый воин. Ну давай возьмем, наверное, свой отряд имбовый. Вот этот вот. Не хочу просто здесь слишком долго. Квест завершен, тактик. Ну, допустим. Так, прыгуны, все дела, да? Что у нас там получается? Что-то никто не выходит, странно, с его стороны. О, вышли. Вышли вдвоем, парочка сладкая. Вот ваши мозги наружу, ребята, да? Только сейчас увидел. Тут прыгун есть у него? Я не помню. Я подзабыл, есть у него прыгун здесь в этом отряде или нету.
По-моему, есть. А вдруг нету? Так, подожди-ка, подожди-ка, что-то пошло все не так, как я хотел. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты посмотри, как он мощно бомбит. Упс. А я-то что-то забыл. Про ведьмишку-то, про свою. Так, ну у меня энергия сейчас накопится, и мы с тобой влупим. На, прикинь, как мы ударили. Ты видел, сколько нанес Ронин урону? Я думаю, там было невозможно не увидеть. Так, секунду. Что это за тени? Толкай тут еще, а? Давай его пробиваем. Нормуль. Служитель тьмы, успокойся, пожалуйста, а? Вот, все, отдохни маленько. Поехали. Давай, 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 базу, базу, базу ему. Все. Решено. Уничтожили. Ну что, мы с тобой сейчас забираем сундук, естественно, нежити. Дай-ка я заберу еще вот здесь вот. Ух ты. Квест завершен. Так, и мы с тобой забираем сундук нежити. Плюс, ко всему прочему, мы заберем еще награды. Ох, еще, да что нам везет-то сегодня, ребят? Нет, это хорошо, что зомби с надгробием на... И еще и здесь 15. Прям какой-то день удачи называется. Ну что, ребята, у нас с вами следующий портал. Территория захватчиков. Нефритовая долина. Территория роботов. Долина подданных. И территория нежити. Вот такие вот нас поджидают противники. Ну что, слизень Мурпех плюс страж. А у нас с тобой... А у нас с тобой что, вот эта команда пойдет, что ли? Ну, давай, я не знаю, правда. Слизень Морпех и... В любом случае, мне придется вызывать Таракошу, да? Ой, Таракошу. Джиггернаута. Но он не сможет справиться один со стражем. Естественно, ему пойдет в помощь наша баллиста. Плюс ползун. Таким образом, да, таким образом мы еще с тобой здесь дела сделаем. Не то, что дела сделаем, мы с тобой здесь победим таким макаром. Два джайгера вместе, это, конечно, сила. Но все равно страж очень сильный противник. Именно не то, что у него очень большая сила атаки, а у него именно живучесть. То есть он очень живучий, гаденыш. Ну что, а мы с тобой двигаемся дальше. Вторая битва. Здесь, ой-ой-ой, здесь у нас, ребята, хищнец. Собственно, вот у меня против хищнеца вот этот отряд обычно всегда играет роль большую. Он, кстати, не только против хищнеца, он еще и против прыгуна. Так, ну что, выжидаем, да? Сейчас будет прыгать охламон. Хопа, мы с тобой вот так делаем и вот так. Но он сейчас, насколько я помню, будет именно их и призывать постоянно. Верно? Верно. Так. Естественно, он дальше бежит. Мы с тобой его здесь ловим. И у него вот это вот все повторяется. Но тут ему, кстати, не улыбнулось. Ох, тихо. Что-то не так. Так, сердечко. Есть. Насколько помню, раньше мы справлялись до того, как он успевал призвать стража. А тут он уже стража вызвал. Так, ну что, где у нас тут энергия еще? Здесь появилась, да? Так, здесь появилась и вот здесь есть. Ага, понял. Понял намек на этого маленького паршивого пришельца. Ну ладно, пускай берет этих. Ну, не хотелось бы, конечно, чтобы он ползуна брал на свою сторону. На свою сторону, да? Вот он летит, охламон мелкий. Пускай пролетает мимо. Слушай, так я могу что делать? Я могу сейчас просто призвать жнеца и все. Да, ребята, а что? На, долетался. И баллисту позвать, и все.
Ну тут вообще как-то изично получается у нас. Прикинь. Просто изично. Мы накопили с тобой ножница, вызвали его, и он, в принципе, тут все это дело разнес. Чертовой бабушки на куличке. Да? Он может. Так, ну а мы с тобой переходим на предпоследнюю битву. Предпоследняя битва. А кто у нас пойдет воевать? Скажи-ка мне на милость. Вот этот отряд, но это несерьезно. Это несерьезно. Теракоша, он хоть и сильный, ребят, но он не против вот этих вот. Там еще и хищнец, да, ко всему прочему. Там еще и хищнец. Ну что, мы как его будем контролировать? Своим теракошей? Что-то он никого не вызывает. Может, для затра... Ага. Погнали. Так, лишь бы он не вызвал этого пришельца своего. Пришельца-похитителя. Ох ты. Тритона позвал. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, он щит ставит. Слушай, нам надо вызвать, знаешь что? Дед, пошел. Да ну нафиг, вы что, серьезно? Ну посмотри. Кто оглушил? Что происходит? Что происходит? Я не могу врубиться. Так, заморозка нафиг. Я что-то не могу врубиться вообще. Что тут происходит? Что за дела? Это все один тритон, что ли, хочешь сказать, делает такие штуки? Ну, их там не один, конечно, было. Их там несколько. Но все равно. И деда, прикинь, завалили. Да-да, они завалили деда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять 25, а? Так, дед, давай, пошли. Тут что-то вообще мы не справляемся без тебя. 38 секунд, нам еще надо базу растоптать. Секунд, ребята, что-то вообще не получается. Будем надеяться. 19 секунд. Есть. Умудрились каким-то чудом, но битва была серьезная. Я думаю, что ты заметил. Туда-сюда, я думал, все-таки мы не сможем. Но, оказывается, смогли. Так, ну что у нас тут? Ага, лорд пустоты, собственной персоны. Ну что же, раз лорд пустоты, значит, надо быстро нам с тобой уничтожить его шар, да, его базу. Можно, в принципе, сейчас, знаешь, что сделать? Вызвать, ну, попытаться вызвать ведьму первой. Ага, это не тот. Я думал, сейчас пойдет этот и следом ползун. Но нет. Сейчас мы кое-что с тобой провернем. Провернул, блин. Проворачиватель. Угу. Давай. Так, Ронин, почему ты не шуршишь, а? Своими тапками. Да все, тут крышка, ребята, базе. Прекрасно. Очень хорошо. Вообще, мы с тобой замечаем. Прошли теперь вообще полностью локу, прикинь. Локу захватчиков. Так, у нас здесь отличные награды. Так, и нефритовая долина. Ой, погоди-ка. А, у нас энергии нету, к сожалению. Слушай, я хотел прокачать зомби, насколько я помню, да? Так, где у меня зомби? Мелкий мой зомбик, ты где? А, я же его в отряд не брал. Так, тренировка это тоже не то. А, вот он.
блин, подожди, как их прокачивать? Я уже забыл. Как его взять просто и прокачать? В армию, да? Где он? Вот он. Давай, родной, до соточки. Все, фулочка. Фул, ребята. Так, банши. Банши тоже по фулке, ребята. У нее помимо этого уже 198 карточек собрано. Представляешь? Тут 362. Офигеть. Ведьму надо прокачать. Ведьму. И вон. Там, смотри, осталось совсем маленько. Блин, да что ты будешь делать? Смотри, совсем маленько осталось. Всего лишь 40 карточек на зомби с надгробием. И мы его прокачаем до 5-й звезды. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!